Все приветухи, ребятухи, сегодня день максимально охреневающий, потрясающий, я бы сказал, я наконец-то сегодня вышел, все как всегда потренил, наконец-то без футболочки, холода никакого нет, плюс 23, светит охреневающее солнце, вот что я люблю, бам-бам, я просто чисто дождался, вы понимаете, я как охреневающая черепашка, мне просто нужно банально вылезти на солнышко, просто лечь, просто полежать, просто позагорать, просто покайфовать. Счастье в мелочах. Научись их ценить, и ты станешь самым счастливым на планете Земля. Бэби. Работаем. Новый сидя к этому часу. Стала вообще песня. Я, прикиньте, все как всегда. У нас скамейка. Ну, так расположена. Под наклоном. Как говорится, как будто под меня делали. Я позвонил, я говорю, Людочка, я говорю, скамеечку заказываю. Я, кажется, соответственно, ногу закинул за спину. Все как всегда, коронная поза, сами понимаете, профессионал своего дела, работаем. Идут 4 алкаша, ну как 4 алкаша? Я поначалу думал 4, там далекие не это, мне, как говорится, не разглядишь, они одинаковые тупо все, вот такие. Оказалось, 2 сзади это бабы. Вы просто чисто понимаете, что тупо алкоголь делает с человеком. Андрюх превращает в Катюх, Катюх в Андрюх. Взаимосвязь, бам-бам, нейромышечная. Вы понимаете, какой это просто чисто ужас. Ну ладно, в итоге. Один, который, вот эти, которые 2 спереди шли, один говорит, смотри, говорит, он говорит, пип, гнется. А этот говорит, смотри, а у него, говорит, пип, торчит, говорит. Я поначалу думал, что они обдолбались. Это как, до какой степени нужно ужраться, чтобы просто тупо мозг нахрен отключился. Ой, блин, не могу, я до слез. Я ему говорю, послушай, а что у меня должна быть, устрица или что? Он говорит, чего? Ну, я понял, что с юмором мне это тоже. Нашел с кем шутить. Они и так-то еле ходят. Еще если, блин, голову напрягать, там вообще, там песня. Я ему говорю, брат, логично, что у меня гусь, но я же мальчик. Он говорит, нет. Он говорит, просто говорит, торчит, говорит. Блин, капец, поднял мне настроение. Я говорю, слушай, я говорю, а что у вас за праздник-то? Он говорит, ты чего? Не знаешь, говорит. Я говорю, а я уже начал бояться. Я говорю, не знаю. Он говорит, воскресенье. Я говорю, я забыл. Я говорю, живу ни хрена, я говорю, точно. Я говорю, я сейчас тоже порастягиваюсь, пойду отмечу. Он говорит, уважаю. Давай, говорит, рука. У него рука трясется, уже, короче, везде эти вены. Я говорю, брат, я говорю, сейчас просто неудобно. Я говорю, у меня нога за спиной, сам понимаешь, я говорю, не могу. Он говорит, не-не-не. А эти 2 девчонки говорят, ну, девчонки, я не знаю, как можно. Ну, ладно, пусть будут девчонки. Они говорят, что ты, говорит, к нему, говорит, пристал, говорит, пип. Пойдем, он говорит, да я, говорит, иду, вы чего, он говорит, я просто у него спросил, она говорит, пойдем, взяла его за руку, как собака, растянула, и они, короче, ушли, это серьезно, шутки с шутками, знаете, ребятухи, но я просто чисто до безумия счастлив, до безумия просто горжусь самим собой, что я это дерьмо просто чисто больше не принимаю, что я больше не бухаю, я серьезно, я просто, я вот сижу и на самого себя, на самом деле злюсь. Я просто самого себя осуждаю, потому что хуже серьезно быть не может. Ты просто чисто вот, знаете, шутки шутками, серьезно. Но когда ты смотришь на просто во что превращается человек, оно, знаете, на самом деле, когда тебя это не касается, тебе кажется, что смешно. А вы прикиньте просто чисто, ведь он придет, соответственно, хрен его знает, есть семья, нет семьи. А у тех, у которых семьи, вы представляете, какой моральный просто чисто ущерб несет, да ребенок на него смотрит, соответственно, жена. Это максимально, это, вы понимаете просто чисто? Серьезно. Это вот то самое, вот допустим, это просто, это даже ниже днища. Поэтому серьезно, вот кем бы вы ни были, да, сейчас бы, как вот там ноги, я могу себе немножко там бокальчик. Ты понимаешь, что за бокальчиком последует еще один бокальчик. Кто бы что ни говорил, как говорится, да, ты смотришь, думаешь, ха-ха, он алкаш, а я не такая. Так правильно, он как стал алкашом? Он поначалу тоже бокальчик, 2 бокальчика, стопочку с бокальчиком, потом еще бокальчик, потом сосочку, потом малышку, потом и все. Бам-бам, приехали. Вы понимаете? Как-никак, ведь алкаши,
это начинающие, как говорится, могу себе позволить. Да, а от бокальчика ничего не, совсем ничего. Я просто сырочком и все. Камбамба, маскарпоне. И там, понимаете, одно затягивается за другим. Поэтому серьезно, конечно, ваша жизнь, вам решать, как жить, но, знаете, если серьезно, я просто чисто смотрю, серьезно, это просто, это днище днищенское. Хуже быть реально не может. Не, ну хуже может быть только пенсия. Я на самом деле встречаю бабуль, они бывают такую ахинею несут у меня соседи. Она выходит, она бывает у меня такой бред спрашивает, что мне кажется, что это она в гиену. Кажется, блин, капец, я считал всегда, что алкаши тупые. Я забираю свои слова обратно. Серьезно. Знаете, на самом деле, если бы вот этих, да, двух встретить, вот если бы была бы передача «Тупее еще тупее», они бы вдвоем победили. Они бы просто забрали бы ва-банк. Сколько там было, допустим, да, там, приз 5 миллионов. Они бы эти 5 миллионов забрали бы, как не хрен делать. Я на самом деле за свою жизнь таких встречал. Там песня, просто песня. Как говорится, без слез, да, не рассказать. Это реально жесть. Поэтому, знаете, ребятухи, просто чисто нужно кайфовать от того, что вы банально не курите, не пьете, не употребляете. Это вообще, это просто чисто, об этом даже и говорить страшно. Что вы просто чисто живете нормальной жизнью. Я согласен, даже если вы не можете себя остановить, там, я не знаю, там, в плане еды, да, там, соответственно, там, какие-то там непонятные, да, там, гадости едите, там, чипсы. На самом деле, серьезно, не, ну, как-никак, в любом случае, это как бы нужно делать осознанно. Потому что я много раз говорил, что за все в этой жизни придется заплатить. Это постепенно-постепенно. Оно обязательно тебе ёкнет, потому что, как-никак, на своем примере убедился, что наш организм, он охренеть какой, да, стойкий, он многое терпит, многое прощает, но в один прекрасный момент, самое главное, знаете, вот что самое обидное? То, что организм вам не будет в какой-то степени, там, допустим, подавать много сигналов, да, говорить, остановись, ты говоришь, не, ни хрена, он говорит, остановись, ты говоришь, не, ни хрена, он говорит, давай еще, ну, остановись, пожалуйста, ты говоришь, да, не, ни хрена, он просто берет вот так вот, в один день и тупо рубит всю твою жизнь. Тебе на самом деле просто чисто настолько это ёкнет, что ты просто чисто ты уйдешь в себя. Ты заберешь все свои слова обратно. Вот это что, я могу себе, я. Все закончится одним днем. Лично у меня так было. Когда я всякое дерьмо ел, я просто, мне есть чем сравнить. Единственное, допустим, о чем я жалею, наверное, тоже серьезно. Как-никак, я попробовал, соответственно, и пиво пробовал, всякое дерьмо, и водку, и не-е. Вот это серьезно, об этом я жалею. В плане того, допустим, что ел всякое дерьмо, наверное, нет, потому что, знаете, на самом деле, как говорят, человек учится только на своих ошибках. Сколько мне не говорили в детстве, да, мама, папа, бабушка, дедушка, что это гадость, есть нельзя, оно еще больше хочется. Я считаю так, что человеку ни в коем случае, допустим, как я буду воспитывать своих детей, я им не буду ничего запрещать, потому что если ты чего-то запрещаешь, оно наоборот, оно тебя, ты хочешь наоборот разозлить человека, тебе еще больше этого хочется сделать. Соответственно, я понимал, что это нельзя. Я, соответственно, думал, что типа доширак, это все говорят, ты что, это такая дрянь ни в коем случае. У меня, блин, капец, у меня аж подмышки чесались, это доширак сожрать. Я понимал, что это просто дрянь тупейшая. Но мне хотелось до безумия. Аж глаза горели. Как у алкаша от малышки. Я понимал, что я буду это делать. Серьезно. И поэтому лично в этом плане, в плане еды, я ни о чем не жалею, потому что если бы оно мне сейчас бы, допустим, сейчас бы, если бы оно тогда бы мне не ёкнуло, понятное дело, сейчас бы, наверное, меня бы здесь не было. Понятное дело, что, наверное, и спорта бы не было. Понятное дело, сейчас бы, наверное, никакой диеты у меня не было бы. Но наверняка мы с вами здесь бы давно бы, давным-давно бы, как говорится, да, бам-бам, вообще не встретились бы никогда в жизни. Как я понял. Поэтому, знаете, я считаю так, что у человека должна быть своя голова на плечах. У человека должно появиться желание жить. Не тупо существовать, а жить. Ты должен понимать, ради чего ты живешь. Ты должен понимать и осознанно делать то, что ты делаешь. Ты должен просто чисто, наверное, влюбиться в свое дело, найти свою дорогу в этой жизни и двигаться в нужном направлении. Независимо от всего этого, в одиночку ты это будешь делать или с кем-то. Самое главное, чтобы тебе этот человек, если ты с человеком двигаешься, тупо не мешал.
двигаться вперед. Если ты понимаешь, что просто чисто какие-то преграды, тебя все усирают, над тобой смеются и тому подобное, брось нахрен этих людей, двигайся в одиночку. Потому что сильные двигаются в одиночку, а слабые жмутся к толпе. Всех обнял, всех поднял, охреневающе, рад вас был видеть, скоро увидимся, бам! А мы за...